Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Только что стало известно об очень крутой халяве, вернее подарке, который разработчики решили подарить каждому на его день рождения. Хотя наш человек всегда был мастером халявы, поэтому, видимо, специально для нас разработчики сделали очень интересную приписку. Важное ограничение. Менять дату рождения в личном кабинете можно не чаще, чем один раз в 365 дней. Довольно смешная фраза сама по себе, но в реалиях виртуального пространства в ней вполне можно увидеть намек на возможность сделать себе подарок прямо сейчас. Лично я, конечно же, не буду менять дату своего рождения, да как мне вообще могла прийти в голову подобная мысль? Но знаете, как это часто бывает, когда самые интересные мысли приходят в голову твоему некому знакомому. Ну и в данном случае мне уже написало несколько реальных подписчиков на эту тему. Плюс еще я полистал форум и понял, что у нас сегодня-завтра произойдет прямо-таки наплыв именинников. Так что, пользуясь случаем, поздравляю всех с днем рождения. А один мой знакомый из числа наиболее прошаренных ценителей халявы задал такой вопрос. Если у меня день рождения, например, 8 октября, то могу ли я, получив плюхи 8 октября, поменять в личном кабинете дату дня рождения, например, на 10 октября, и снова получить подарки? Менять ведь можно один раз в 365 дней. Ну и правда, формально из текста акции я нигде не увидел фразы «может быть, плохо смотрел», из которой бы следовало, что в этом случае человек не получит подарки два раза в этом же году. Хотя это было бы, конечно, странным багом системы. Поэтому я лично только что спросил у разработчиков и получил вот такой ответ. Если получил подарок 8 октября и поменял дату на 10, то в следующий раз получишь 10 октября 2022 года. Конец цитаты. В общем, два раза получить подарки в ближайшие дни не получится. Но и один раз содержит весьма неплохую халяву. А именно, одну неделю према, два суперконтейнера и самое ценное, на мой взгляд, купон на 100% кэшбэка на сумму до 50 тысяч дублонов. То есть, если кто-то решит приобрести в игре что-то, то на такую же сумму получит себе на счет бонусные дублоны бесплатно. Например, так можно купить дублоны вдвое дешевле. Только обратите внимание, что купон действует только неделю. Поэтому своих будущих родителей стоит попросить произвести вас на свет как раз тогда, когда вы захотите сделать крупные покупки в игре. Подробные условия акции на экране. Не буду все перечитывать, чтобы затянуть ролик на подольше. Это не наш метод. А самые интересные нюансы акции я осветил. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.